Окей. Да, надо вниз, да? Кушать уже надо. О, смотрите на его реакцию. Ну как же ты меня не снимешь? Давай, надо вниз, да? Пойдешь кушать? Домой, на место? Ну давай. Все. Говорит, давай, давай, снимай меня уже. Этот краешек мешает мне. Из-за него не могу, да? Давай, иди. Иди кушай на место. Ну посмотрим, он сам залезет или нет. Ну давай. Жик, Жик, кушать, давай, на место. На место, Жик, давай, на место. Борька уже кушает, давай. О, молочага. Красавчик. Мы рассуждаем туда. Ну куда ты свалился? Что там какими-то сальтами сегодня, Борька? Ты ему ничего точно не давала? Нет. Может, ты перепутала вместо Борьки Ники, вместо Ники Борьки дала? Болю я. Он все равно падает все время, весь вечер. Так, то Жик, Жик, побольше. Уже, ну так побольше. Борюнь, давай. Нет, это не мешает. Никак определиться, что он хочет. Туда-сюда лазит. И куда ты пошел? Куда ты пошел? В клетку иди. На место неси, давай, на место. Чё ты глянь на него? Ты колист. А схватил. Ну да, и не пускай, да? Угу. Вылавливание. Оп, подцепила! Чуть не сорвался. О, а Ника схватила. Обалдеть. Ладно, я этот кусок большой, я поделю пополам. Ну, извините, Ёсенький кусочек поменьше. Ничего. Да не жалей, ты его возьми в рот сначала. Сразу ковает, да? Да. Ну, Финьку так давай выманим. О, Финька, хорошо. У него зрение хорошее. Тоже, да, Финька? Быстрые такие кошмары. Все. Ой, пацаны, там новый гамак спать сегодня будете, как младенцы. Я представляю, сейчас туда позалазят. Ну ладно, они сейчас будут есть. Я им попозже покажу, как они вылазят. Так, они пошли. Все, кто там на семки пошел? Финька кинул банан, начал жрать семки. А, он самое сейчас жирное повыбирает, пока все едят банан. Он такой думает, я банан успею, а семки могут закончиться. Ну, молочага.